вступил в силу новый ГОСТ на автомобильные номера. Владельцы легковых, грузовых автомобилей и автобусов могут ставить регистрационные знаки нового формата. Жестянку с номером квадратного типа 1А разрешается устанавливать по желанию и только на заднюю часть автомобиля. В передней части автовладельцы обязаны не менять стандарт прямоугольных регистрационных знаков. В соответствии с ГОСТом 50577 на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка заднего регистрационного знака типа 1А, квадратные регистрационные знаки для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Хочу обратить внимание водителей, что установка регистрационного знака типа 1А на передней части транспортного средства является нарушением указанного государственного стандарта, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. По новому ГОСТу от 4 августа 2020 года табличку с квадратным автомобильным номером типа 1А можно получить у организации-изготовителя регистрационных знаков, включенного в официальный государственный реестр. В подразделениях госавтоинспекции новые регистрационные знаки типа 1А не выдаются.